посекать. Я здесь третью всегда беру. Розовая. 16 пинов. Отлично. Вытащил. Прям идеально. Шанс очень хороший. Вопрос на топку. Стики-пиги, Павел, не работает у меня почему-то стики-пиги уже 2 недели. Это на моем аккаунте. И раньше, я помню, по 2 раза выбирал. Нет, никогда 2 раза не выбирали. 2 раза бы мы выбирали, Дмитрий, знаешь, когда? Тут каждая линия, по-моему, их по 7 платит. А 2 раза, Дмитрий, знаешь, когда мы выбирали? Когда мы делали бонус хант, X400 за спин. Бонус хант, когда человек, допустим, заказал слот 50 спинов, и ему нужно словить бонус. И ему за 50 спинов не выпало бонуска, тогда мы выбирали 2 раз. На покупку бонусов им человек на бонус. На ловлю бонусов, да, он может несколько слотов попробовать выбить бонуску, но до того момента, пока он не выбит. Так, бонус бая никогда не был. Паттер Тайгер 5 скатер. Дорфин. Закроешь еще раз. Поляночку. Но все-таки помню про мой. Опа! Это 12500 зашло. Подождите, суммарный выигрыш 1300, но это топ-2, X200 не хватило до топ-1. Что? Нифига себе! Нифига себе! Вот, ребят, не поверите, не поверите. Умножение от сугробок. Или от двойной сугробки. С одного раза недостаточно, надо сыграть 2 раза или как? Ну, пока так. Выглядит так. А чё, не прыгаешь сейчас? Есть. Что? Нифига себе! Нифига себе! Вот, ребят, не поверите. Не поверите. Прежде чем купить за 9600, когда с первого раза не получилось нажать, я подумала, может, это знак, надо взять подороже. И вот всегда интересно, если бы я подороже взяла, она бы была такой приятной? Или просто вот ставочка? Именно та самая рабочая, фартовенькая. Это РТП, детка. Вижу, верю, вопросов нет. Интересно, интересно. Это криптобосс, котятки. Криптобосс. Проверяем, тестим, заносим. Ну все, я воспряла духом. Теперь мы точно знаем, что шлемы это хорошая делюга. Ну и здорово, что тут от сугробок растет умножение. Интересно. Интересненько. Давай, дубась. Блин, прикольный слот, если честно. Ля, ну ура! Ура, товарищи! Ребят, поехали тогда! В честь от такого праздника разыграем бонуску за 20-ку, плюса пополам, Максвен Стука. Всем большой удачи! Криптопупс! Криптопупс! Мясушка. Ляс! Ляс! 4800. Сколько там спинов? Постарайся, постарайся. Ну, сыграй. Хорошо, апельсинки. Лимончики.
Еще ляснешь, нет. Пойдет. Отличненько. Отличненько. Ребят, всем большой удачи. Кто подошел, условия напоминаю. Подписка на мою телегу, ссылочка в чате есть. Лайкосик на стрим, любое сообщение в чат. Коля, Санечка, сделайте, пожалуйста, скрин. Ложись, отдыхай. Блядь, X5, смотри, ничего не играет. Блядь! А вот это вот дашь рыбу? Новый слот, кстати, ребят. Новый слот. Новый слот от Егдразиля. 17 тысяч рублей, блядь. Ого, блядь, тут иксы еще есть. 52 тысячи. Ну вот, каждый спин, окей, ладно, и что? Плюс еще один спин. Ну почему сейчас 2 икса, блядь? Сюда 160, блядь. Лежать, блядь. Бро, удачи тебе, спать. Николай Березин. Березин. Давай, брат, ложись, отдыхай. Блядь, X5, смотри, ничего не играет. Блядь! Вот это вот дашь рыбу? Фугу. Фуга. Ого. Неплохо. Здорово, Андрюха, заносов тебе. 1 000 000 иксов, Максим на каждую бонуску. Невдер, здравствуй, брат, спасибо большое. От души. Сто 80 тысяч рублей, здравствуйте, блядь. Нормально. Хорошо, блядь. Ну, блядь. Хороший кол, на самом деле. Базар Зима, за 16 кабонска она дала X1000 по факту. Ловербрейкер, X30. Если X30, то... В чесу. Не. Если X30, то, блядь, следующий заколешь слотик. Ну что ж ты делаешь? Хороший кил. 50! 7. 7. Пять 200. 100 тысяч. 39. Нормально. Хорошо, блядь. Ну, блядь. Хороший кол, на самом деле. Базар Зима, за 16 кабонска она дала X1000 по факту. Может, даже занос на неделю. Добрый вечер. Oh!
Для участия в рубрике нужно написать слово «дуэль» в чат, поставить лайк, и тогда вы автоматически участвуете в рубрике. Здорово, красавец. Здорово, братишка. Шама, спасибо тебе за стрим. Я побежал на работу к 5. Удачи, занос тебе, брат. Карим, спасибо большое, братишка. Спасибо. Шамиль что, сломал? Нет, открытый. Короче, пальцы зашили. Нормально все. И сами, сколько процентов от вывода твои, Шамиль? Ноль? Нахуя мне? Что? Это бонуска для подписчика, блядь. Братишка, ты 50 тысяч забрал. Ух, хорошая собачка, хорошая. Совочку сейчас. Ух, нифига себе. А здравствуйте, а это что, тостер? Первого спина, а? Мне, кстати, ни разу два не выпадало. Я только у Васьки был. Только у Васька два видно. Так, мы... Четыре спина, а ты чего? Ты чего, дружище? А это занос. Ребята, а это... Маленький. Что за контент подъехал, а? Мой первый Максвин в Хаксове? Так какая-то бредятина, столько спину. Пустенька. Пусть. О, еще спины. Это что такое? Это что за... Что за хуй? 16 спинов. Прикольно. Давайте даже за это. То ли включим. Такая тема. Что видите эти максвины? Дорогой очень сильно. X15. Пойдет. Пойдет. Нормальная скрипта, 600 нужно 44 по 40 рублей. Нормально. 13 спинов, еще бонуска не началась. Ой, кости сыграли, еще иксовочка. На. Следующий, давай следующий. Так, а кто у нас следующий будет бонуску покупать? Today 45. Мыша отловили. Мыша слабее. Это жестко. Ай, не сыграли лапки. Блин, словить бы стейк. А, мясной вот этот стейк. Максимальный символ. 200x. Ну ладно, пока я балдею по полной программе. Сначала было просто... Слушайте, Хаксоу поигрываешь? Я не ожидал. Что-что, а этого я не ожидал. Эйка не играет такой. Видите, что именно? Пока не пахнет максималкой. Ну, в начале скрипт был жесткий. Или был очень жесткий. Кэнди Битс. А десятки играют.
Биом, потихонечку. Ух, хорошая собачка, хорошая. На совочку сейчас. Х, 20х, 160. Блин, жалко, не закрыла. Закрыл там, как было. О, голубь. Голубь, мыша играет вроде. Да, такая линия. Голубь. Еще один голубь. Мыша почему не сыграла? Тут ничего не играет. Лостер накидает. Лостер, конечно, накидался. 3000 практически. Да, друзья. С заносиком X3000. Фу, я думаю, на это топ-1. Идет. Хорошо, есть. Десять пустых с доносиком. Семьдесят три тысячи! Это норм. А дай все спин. Блин, дай Каренов. Батарейки, пивко. Ну еще один спин дай. Ну один, одинешенек, сыграй. Пожалуйста. Ну... Еще бы один спин, ну 73 тысячи. Напишем. Да вообще, я даже просто не знаю, я собиралась спать. Видишь, как я не зря тебя врубал, Петян. Он вообще не ставит даже никаким. Да, их можно кормить с рук. А, ты имеешь в виду рыбы называются? Не ставить байты. О, рыбы там... называются куи, это просто прослот. Ну все равно поздно. Ну до второго это вот, ну все знают проход, конфа, ну как ты не знаешь. Ну все знают. Я ждал опрос и мимо. Опрос не удался. Я постоянно проходку. Вот я тоже думаю, что должна быть наконец-то проходка. Ой, блин. Ну, бля, поставила две Олечки. Две и все мимо. И... Олечка, и... потому что... Без денег поставил. Я дал... Ой, а сейчас поставлю 80 тысяч. Одну дай. А, 80. Сколько-то? 80? Да не, 80. А, 8, я думал 80. Не показал. 80. 8 или 8? 80, 80 спин, прикиньте, на спин выиграли по 16, это сколько? Это сколько икс? А как можно было выиграть 80 тысяч за спин? 30 тысяч, это не максималка? Да нет, максималка из 20 тысяч. Прикиньте, 80 тут было, а как это? Я думал, 80... Не, реально 80? 80, я... Мне показалось, что 80, но я думал, да как это... Чтобы выпало Бузова на 80 штук? Это прям нереально, это какой-то скам реально прагматовский. Пипец.
X5, да, реально. Это ты где? X5K получается? Это не максималка, но это первая на 6. Нет, тут не максималка. Это первый X5 тысяч на стриме. Это было очень красиво. Ну. Уже, ого! Сколько рыб еще? Представьте, сколько рыб. Это еще не на X было. 8. Нет, это еще не на X. Сколько в этих белках? Сколько белков? Не знаю, надо будет посчитать. Я охренею, блин. По 15... 16 рублей? Нет, это меньше, чем... Ну, чтобы что считали, 38 тысяч. Ну, это белок. Меньше тысячи долларов. Ну, это 2000 белок. Две с хвостом даже. Да, вообще, я даже прогнула, я собиралась спать. Видишь, как я не зря тебя в рыбалку тянула. 2000 белок тебе на рыбалке принесли. Кто сказал идти? О, блин, сколько было. Кто тебе сказал идти в Бузову? Ребята, гоу, все на стрим выиграли X5 тысяч по 16 рублей в Бузову 80 тысяч. Потом... Сейчас уже пустые спины не так стыдно. Не, ну сейчас, да. Естественно, но мне как бы, мне пофиг, что сейчас не будет играть. 4800. Каких 4800 белок нет? Уже проход, конечно. 2500. Можно сейчас будет, кстати, открыть... 2679 белорусских, да. Ну, можно будет открыть, кстати, покупки сейчас бонусы за 1000 сейчас рублей. Сейчас половину просрёк. И за 2000 откроем. Но там будут баллы называться за 20 и за 40 рублей. Блин, сейчас бы еще Бузову дало. Ну тут уже мы не пройдем, но я думаю, что в красоте и так, да, ребята, и так по красоте тысячи. Получилось. Как он эту рыбу выкинул, я не знаю, не рыбу, а... Выкинул эту рыбу, я думал, там 8 тысяч, думаю, блин, он дал X500 почти, вроде, думаю. Вроде написано 80, сюда еще было. Смотрю, 8 или 80. Розыгрыш обеспечен, да. Розыгрыш. Не, ну прикольно поставила. Ну сейчас мы, естественно, 81 тысяча и. Посмотри, сколько мы там пишет, сколько это и. Ну, справа в записи посмотри, сколько это пишет. 5 тысяч. Блять, в деньгах сколько? Первый спин, да? Первый спин. И бонус с первого спина. Что-то интересное. Но мне кажется, пустая, быстро поставил. Потом как-нибудь Мидас попробует. Я думал, это все будет. X100, пожалуйста. Стики-пики давно не заходил. Блин, не, был. Был, не так давно. Смотрю, был. 25? Нет. Итера больше нравится. А, так тоже неплохо. Я не откажусь. Ну, засейвить. Это 100% за нас. Блять, в деньгах сколько? Первый спин, да? Первый спин. Ну и сюда сотку кинь еще. Ну еще монетку, блять. Еще монетку по-братски вот сюда. Ну накинь на X2.
мало. А где подлодка? Я подороже взял бонуску. Пипец. Тут вообще никакого смысла нет. А, ну, кстати, подожди, короли. Ой, если X-Face откроет короли, это будет много. Ух ты, бля. Ни хрена себе, мой сыр, пи-пу-пи-пупчик!